Нулевая ничья в крымском дерби. Футбольный клуб Севастополя и ТСК Таврия в Симферополе разошлись миром 0-0. Встреча вызвала немалый ажиотаж в столице Крыма. Стадион посетили примерно 1500 человек, но голов зрители так и не увидели. Оба тренера после игры отметили, ближе к взятию ворот были севастопольцы, футболки белые. В первом тайме небольшим преимуществом владели хозяева, но именно моряки имели самую явную возможность забить. После эффектной комбинации от гола Таврию спасла лишь перекладина. Второй тайм прошел под диктовку нашей команды. Несколько моментов севастопольцы создали после фланговых атак. Но распечатать ворота принципиального соперника так и не удалось. Хотя победа выводила бы моряков на первое место в турнирной таблице. Недовольны ничьей. Есть такие игры, когда заслуживаешь победу, но не выиграли. Но это тоже в футболе присутствует. Надо быть готовым к этому и двигаться дальше, не застрять на этом внимание. Работать. Обе команды набрали по одному баллу, а значит, положение в таблице не изменилось. ФК Севастополь все так же отстает от столичной Таврии на 2 очка. Следующий матч моряки проведут на домашнем стадионе. Встреча с командой «Гвардеец» намечена на субботу, 16 марта в 16:00.